В Ярцевском районе в полицию поступило сообщение от оператора автозаправочной станции о хищении денежных средств. По указанному адресу прибыла оперативно-следственная группа. Выяснилось, что к заявительнице обратился один из посетителей с просьбой разменять мелкие купюры на крупные. Позднее она обнаружила недостачу в 14 тысяч рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. На них было зафиксировано, как злоумышленник совершил так называемый подлом купюр, который не заметила потерпевшая и передал ей только часть банкнот. Полицейские установили также, что этот же мужчина причастен к аналогичному мошенничеству в Смоленске. Сотрудники уголовного розыска установили, что двое жителей Москвы, воспользовавшись услугами такси, приехали в город Смоленск. На обратном пути подозреваемый, мужчина 1977 года рождения, совершил преступление в помещении автозаправочной станции на территории города Ярцево. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность злоумышленника к мошенничеству, совершенному аналогичным способом в Смоленске. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса мошенничества. Всего сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.